Архангел Гавриил, ежедневное послание, переход из ума в сердце, через Шелли Янг, читает Лора. Предусмотренный новой операционной системой переход ума в сердце или переход от контроля к потоку поначалу может казаться очень непривычным. Как и любой другой навык, он улучшается с практикой. Представьте, что вы учитесь кататься на коньках. Когда вы впервые пытаетесь двигаться вперед, вы чувствуете себя очень неловко и неуклюже. Вы можете немного спотыкаться и падать, но с практикой вы нарабатываете равновесие и вскоре начинаете скользить, наслаждаясь тем, насколько легче и увлекательнее становится ваше движение вперед. Иногда вы по-прежнему можете падать, но не позволяете этому сбить вас с толку. Вы просто снова встаете, потому что доверяете приобретенным навыкам. На самом деле, благодаря вашему усердию и практике, для вас стало очень естественным изящно скользить, и это приносит вам много радости и удовлетворения. То же самое и с вашими духовными поисками. Будьте добры и нежны с собой, когда учитесь ориентироваться по-другому. Будьте уверены, что ваши неустанные усилия принесут прекрасные результаты. Архангел Гавриил.